Два месяца ровно. Тор. Арнольд и Сон Роботхаус. Ты куда побежал? О, не испугался. Молодец, нейросистема хорошая. Нет, он не боится ничего. Ничего вот не боится, нет. Да? Да, собака, значит, на него, он разворачивается и на нее вова. Так он сейчас швабру эту просто покусал. Не-не-не, не боится. Что, на него одна же вот эта сетка упала. Сетка упала. Я испугалась. Он не испугался. Он так встал и стал разбираться, как смотреть. Молодец. Он наказал грабли. Да наступил на грабли, наказал. Да. Зубки у него хорошие. Ничего не могу сказать. Все ядовитые старались растения поводить, были такие цветы, но мне сказали, что не ядовитые, мы их выкинули. Вот такой парень, крупный, крупняк. Хорошенький, красивенький, крепенький. Теперь осталось только вырасти, чтобы все хорошо. Что там? А там моль. Да, это охота. Из этого охотник. Очная бабочка. Вот так вот. Щенок должен быть как ребенок. Расти, что хотеть, то и делать. Счастливое детство должно быть. Конечно, счастливое детство в первую очередь. Все, пошел. Дело такое. Еще мне нравится, когда собаки бегут тяпкать туда, он не бежит тяпкать. Ну да смотри, стоит. Там собачки. Да, стоит на них удивленно смотрит. Я думаю, господи, чтоб только не научился этому. Да. Так он с удовольствием ест эту бабочку. Бабочка ест, да? Там кошечка. Там Боня. С кошками он дружит. Ничего подобного. Он с кошками хорошо. Это просто пытается с ними играться. Особенно. Да, с этим. Очень красивый экстерьерный. Очень экстерьерный кобель. Двухмесячный, но большой очень. Очень большой. Вот.